В Люберцах на улице Попова проходит завершающий этап капитального ремонта многоквартирного дома. О том, какие работы выполняют специалисты, расскажет наш корреспондент. Многоквартирный дом номер 19 начали обновлять в 2017 году. Тогда заменили лифты грузоподъемностью 400 килограммов и отремонтировали лестничные клетки. Был сделан ремонт подъездов, здесь была сделана до этого еще кровля. И вот уже окончательный момент, мы сегодня видим, это фасад дома, и как раз таки перекладывается еще наружный газопровод. В июле планируют полностью обновить систему газоснабжения. Весной 2021 года фасад жилого здания заменили на навесной, утепленный вариант. Материалы и цветовую гамму выбрали жители. Как мне жители сказали, здесь просто очень мило все сделано, такое слово употребили, да? Но на самом деле красиво. А так в этом году у нас в планах 115 домов. Вот, где-то мы уже отремонтировали порядка 19. Некоторые многоквартирные дома выбрали по обращениям жителей на портал «Добродел» и в социальные сети. Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта 2014 года. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.